Здорово. Чё тебе Я надо? оператор научного класса Сивилла 495. Да ты больше на мусорное ведро похожа. Чао, кого народ, меня звать Жертки. А мы сегодня с вами будем играть в игрулечку под названием Prey. Я хотел ее попытаться как-нибудь на стриме провести, но не получилось. И в общем-то, ну я подумал, в общем-то и так нормально, но летсплейчик запишем. Че это у нас пусто? Запишем летсплейчик по мелочи, так посмотрим, что за игры. То что, это персонажа выбирать? Ёпана в рот, ты кто такое? Мы, кстати, будем еще проверять новую программку. Я буду записывать звук уже, пытаться отдельно от игры. И будем стараться уже настраивать звук нормально. Я не знаю, когда получится, если честно. Ну, давайте поиграем. Ебать, что у тебя с глазом только что было. Не все, наверное, помнят такую игрулечку, которая в 2006 году была. Тоже называлась Prey. Это была вообще топ-игрулечка, реально. Я ее, наверное, раз 15 проходил. Это топ-стрелялка. Это, да, это шутер был. Но, блин, на тот момент это на уровне халвы, наверное, было. Ну, вообще, муа, просто. Давай посмотрим, что это у нас за игрулечка вообще. Это первый обзор. И если вы захотите, чтобы я ее прошел, то голосуйте в группе ВКонтакте, я не знаю. Можно там проголосовать будет. Если я не забуду сделать это, то ты сможешь проголосовать. Или просто напиши в комментарии, что типа проходи ее. А сейчас я еще сам не знаю. Может, она даже мне не понравится. И давайте глянем, в общем-то. Она что-то долго грузится, если честно. Потому что что-то у меня игры в основном быстро грузятся. А это что-то долговато. Надеюсь, она не будет виснуть у нас как-нибудь так. Ну, по крайней мере, при запуске. Ну, 60 FPS она тянет. Да, тянет, между прочим, неплохо. Ой, ну давай быстрее ты. Ты и так загрузилась. Зачем тебе второй-то разгрузиться? Алло. О, нажали. Так, и что тут дальше? Доброе утро, Морган. Ой, русский язык за БС. 15 марта 2032 года. Хрена себе, уже сколько времени прошло. Ох ты ж. А если я б за бабу играл? Типа, ее по-другому звали? Типа, да? Если честно, я хрен знает. Надо будет посмотреть потом. Входящий вызов. И что мне делать? Проснись, время уходит. Да ладно тебе? А чё, странно у нас как бы. Не забудь надеть свой костюм. Чего? До встречи. Ох ты ж, слушай. Слушай, я... Что-то физика на халву похожа. Мы тут зажжем, Морган. Морган Фриман, который. Видите пароль. Парадокс? Чего? Так води. Твою мать, что странновато немножко, ну да ладно. Форма Транстар F использовать. Окей. Без проблем. А что это такое за работа-то у меня? Где я работаю-то вообще? Ах ты, какой топовый костюмчик, смотри, ага, кожа все такое. Ай, нормально, мне уже нравится. Так, свет вырубь. Подожди, я, может, еще не все в доме изучил. Вертолет, нахрен мне вертолет, я хочу в компе пошарить, к примеру. Опа, че, зашел, да? Красава, электронная почта. Че-то вообще топо. Знаешь, игрулечка мне что-то напоминает. Сейчас я тебе скажу, что. Смесь халвы и Deus Ex. Вот что-то такое вот, вот выглядит-то весьма топо. Доброе топо. Утро, мистер Ю. Ю? Меня счет Морган зовут, гений. Хочу посвятить тебе. Давай, помогу тебе. Давай. Не надо, ну и пошла нахер. Ты чё, не свести денег не будет. Так, подожди, нажмите C, чтобы перейти в спри... А, это подкат. Всё, молодец, красава. Как я помню, в прошлый раз мы воевали против всяких инопланетян. А сейчас я не знаю, против кого мы будем воевать. Чё это? Хрена себе, столько всего. Столько этажей. Это где он живет таком? Ух ты ж, у меня свой личный вертолет есть. За мной вертолет пригнали. Ой, да спасибо. Ну, я же не надеялся, что... Да это, сука, Deus Ex, я тебе отвечаю. Он выглядит как Deus Ex. Я тебе... Я говорю, это реально Deus Ex. Тут ни больше, ни меньше. Мистер Ю. Мистер Ю? Меня Ю зовут все-таки? Как ты-то... Комплекс Транстар совсем недалеко.
Bethesda Software представляет. Ага! Я-то думал, что это написано, компания написана какая-нибудь. Это Bethesda сделала игру, приколяя, я даже не знал. Я-то думаю, это какая-то компания другая делала. Хорош. А что, красивенько тут все. Напоминает еще Killzone вот этой вот, и городами такими. Killzone последний, который на плойку четвертый был. Ай, топово. Ой, ни хрена, смотри на мосту, что написано. Кто? Арканы. Арканы Studio Production. Ни хрена так-то вот это. Вот это топово сделали заставку. А не вот эти буквы, которые появляются. Вот это реально топ. Вот зачет вообще им. Ни хрена так-то. Ну вообще топовая игрулька. Я тебе отвечаю. Мне кажется, она уже мне нравится. Но мне уже по заставке нравится. Столько экшона уже чувствую. Ха-ха-ха. Нормально вообще. Слушай, ну у меня даже личный вертолет есть. Ну тут же. Значок Prey. Я тебе отвечаю, значок Prey. А где Prey написано? Что за игра? А, вот она, вот она. Вон она написана. Prey. Это, ой, на мосту буковки-то пропали, смотри. Не, ну это тема. Вообще топ. Еще за... и заставка. Это заставка. Приехали, уже плюс. Да, давай, берегите, пошли. Голову. Удачи вам. Берегите голову. Надо по всем канонам комедии было долбануться об нее еще. Транстар. Это я где работаю, да, походу? Ну, мне костюм так назвать, скорее всего. Доктор. Здорово. Чё тебе надо? Я оператор научного класса Сивилла 495. Да ты больше на мусорное ведро похожа. Чё, извините, пожалуйста. Чё ты реально на мусорное ведро похожа? Если бы она сейчас ответила, не знаю, я бы охерел. Так, ладно, добро давай. Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Давай, подтверждаем. Что-то начинается, знаете, как этот, скажу сейчас точно. Халва первая. Half-Life. Тоже ты такой научный костюм одеваешь, все такое, идешь на испытательную хрень. Если сейчас начнется Морган. Какая-то жопа. Наконец. Ох, ни хрена, здорово. Какой-то ты большой, дружище. А чё ты, Ю тоже? А ты тоже Ю? Или я или ты один Ю? Нихрена ты, чё так близко подошёл к нему? Ты неплохо выглядишь в форме Транстар, как твой глаз. Да спасибо. Красный? Ага, есть такое, знаю, по-моему. Знаю, тесты слегка необычные. Это традиции семьи Ю. Так это фамилия у них Ю? Обычного. Просто Ю? Когда фамилия? Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. А она склоняется по падежам? Интересно. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Давай, давай, я уже понял, дружище. Через неделю будем на орбите. Да? Обещаю. А может быть начало какое-нибудь... Вашего брата ждут в комнате А. Да. Так у них укорочено все нахрен. Просто будь собой. Буду ждать. Давай, удачи. То у меня фамилия Ю, то у них комната А. Так, кнопка. Нажать, да? А чё, не нажимается? Здорово! Доброе утро, Морган. Ой, что-то я лаги пошли. До 30. Итак, упало. Вот здесь 60, а вот здесь 30. Возможно, вы к таким не привыкли, 35. Но, поверьте, всё будет. Ну, она чуть-чуть подлагает, ничего страшного, надеюсь. Порядок? Супер. Тогда начнем. Давай. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Зачем? Положитесь на чутьё. Ага. Какую? Подожди. Будете готовы, жмите красную кнопку. Такая, это не красная, это... А, вот, теперь покраснело. Чё, убрать? Ну, давай. И чё? Чудесно. Это изи. Чё за задания тупые? Ты мне просто взял... И... Чего? Чё за задание тупое? Окей. Дальше чё тут? Надеюсь, мы в стульчики играть не будем? Внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Чего? Расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если готовы, жмите... Окей, я уже знаю, где спрятаться. Я что-то вообще не понимаю, в чем прикол. Ну да ладно. Ой, стульчик. Смотрите. Он прячется за креслом. Нет. Я... Нашел меня за это. Синаптическая реакция. Я вообще не понял, в чем прикол. Нет. Алло, выпустите меня нахрен. Ну, что за тупые задания? Вы что даете-то? Простите, продолжим. Что это? Это что это за обучение такое? Я не понимаю. Что происходит, мать твою?
Ой, прикол, блин. Я не понимаю, народ, серьезно. Не знаю, пострелять бы дали хотя бы, но не вот это вот. Ладно. Ой, чёпа на ворот. И чё? Что это за задания такие? Комнаты как можно быстрее и самым естественным. Как будто, блин, обезьяну проверяют. Блин, банан хватануть надо. Я что-то вообще не понимаю, в чем прикол. Да ладно. Опа. Окей. Вот я тоже. Я не понимаю, что происходит. Что принесла Тина? Вы проверили? Звук включен. Я не вообще не догоняю, в чем прикол. У нас тут проблемы с оборудованием. Да. У вас все отлично. Я, блядь, выгляжу как дебил. Вот ты вот не понимаешь, наверное, этого, но я реально сейчас чувствую себя дебилом. Спрятаться за стулом, убрать три коробки. Чего? Чего, блин? О, изучить. О, ни хрена себе. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Давайте. Спасибо. Что мне надо делать? Говори. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Да я уже сел, так, по сути. Замечательно. Спасибо. Посмотрите на экран. Очень сложно было, конечно. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Где? А, во. Ну, давай. А вы планируете отпуск, куда отправитесь? В хорошее знакомое место, где вам нравится или что-то новое. Я жду вашего сигнала. Скорее всего, давай-ка новое. Ты чё, блин? Старуха пикает меня, что-то в уши пикнуло, так, блин. Держать. Окей, вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Да, страх, скорее всего, буду чувствовать. О, я... это сложно. Так, потеряющий управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Ну, один человек пожертвует уж, что поделать. Ну, со всеми бывает. Окей. Наверное. Дальше. Потеряющий управление, поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Чего? Да ни хрена не делать. Еще немного. Не понял, сейчас прикол, да ладно. Потеряющий управление по пути, которому приколы 5 людей. Да ты заколебал, что у вас на этом поэта? Двинутый на этом, что ли? Вы можете прыгнуть под его колеса, но при этом погибнете. Толкнуть толстяка. Хоть и толстяка там не было, но я знаю, что в прошлом задании было. Отлично. Почти все. Покажу вам, да что такое. А теперь я покажу вам изображение. Волосяка какая-то. Следует посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... видите? Это кофе? Тут пусто? Чего? Чего, твою мать? Не понял сейчас приколы, сейчас что было-то? Это что за клякса? Ожившая. Что-то Бенди напоминает мне уже эта игра, тоже ожившая клякса, блин. Чего, блин? Симмонс, что происходит? Да, именно, чего? Как там Морган? Он жив, усыплен. Да не усыплен, я все слышу нахрен. Я иду. Ясно. Чего, блин, происходит? Я не понимаю... Что за черная клякса? И в чё она людей превратила? Какую-то... Доброе утро, Морган. Реально напоминает Half-Life. 15 марта 2032 года. Подожди. Так это ж, по-моему, было уже. Не понял сейчас прикола. Ке? Не... Чего? Окей. Я, может, чего-то не догоняю, но как бы у нас... Ну-ка, использовать. 6 электронных почт. Опасность, уходите немедленно. Опасность, уходите немедленно. Опасность, уходите немедленно. Хрена себе. Какая-то жопа творится, походу. Давайте костюм быстренько оденем, потому что... Ну, на всякий пожарный. Я, правда, не знаю, что это за костюм. Все, больше ничего нет. А, тихо. Чего? Включить или выключить фонарик? Ты что с тобой? Дружище. Ой, я что-то подобрал.
Хорош, разводной ключ подобрал. Здравствуйте. Ты живая, нет? Нам пора поговорить. Я январь. Я май. Что произошло вчера? Реальность. Да? Если хотите знать, что происходит, сначала выберитесь из здания. Окей. Я уже почти. Блин, какая музыка-то такая стрёмная, а? А, С, я думаю, Ctrl нажимать надо. Ваши апартаменты. Хорошо, бегу. Куда? Ходящий выздоров. Ну, поднимешь сам трубку. Вы в лаборатории симуляции. А, так это симуляция? На связи. Так это все время была симуляция? Че, серьезно? А можно как-то разломать его? Нет? Ну-ка, давай. Симмонс. Так, чего? Можно? Пароль там, я не знаю, нету? Охренеть, я-то думал. Сейф в комнате после операционного обследования. Чего? Подожди, там его взломать можно, да? Требуется хакер третьего уровня. А, это РПГшка все-таки. Твою мать, а что произошло-то? Разводной ключ. Да я знаю, как им долбасить-то. Сейчас, значит, враг вылезет. Готовимся. Где он? Слухай, так это реально симуляция? Твою мать, чего? А что произошло-то вообще? Какая странная симуляция. А зачем своего же, наверное, брата? Это же брат, по сути, да? О, аптечка, хорош. А что за... Ой, ты ж ёб твою мать. Это что такое? Твою ж мать. Сука, что происходит? Все называют их мимиками. Чего? Смотрите, что подбираете. Кого? Тифон? Сифон подобался? С чего, блядь? Сука, как будто за мной кто-то бежит. Стрёмно, мать твою, реально стрёмно стало. Блин, я что-то вообще не понимаю, что происходит. Ну да ладно. Ведь я только что перезапустил симуляцию. Чего? Крыша. Сука, это все время было всего лишь симуляция. Твою мать. Ох, ни хрена, класс. Вот это топ. Сука, ну жаль, это всего лишь симуляция, конечно, зеркало. А, включить зеркало. Чего? Чего я делаю? Сука, а нахрена так это? Ух ты ж, труп. Твою мать, да ёбана в рот, это что за цикло-то какое-то? Оу! А, нормально приземлился. Так. Где тут дальше что? Твою мать. Опа, опа, опа. Что-то я видел. Вот, сука. Ха! На твою мать. Патроны, опухоль, мимика. Нахрен это мне нужно? Блин, топовая игрушка, тебе отвечаю. Вот реально топовая. А нахрена я сюда пришел? А! О, хорош. Ох, ты ж ёптеть мопсель. А я, да, обратно пришел, а на кой я пришел сюда? Подтвердить. А, это всего лишь буковки. Хрена прикол. Ёбана в рот. Все так замудренно тут. Я даже не понимаю, куда идти мне. Что мне делать-то? Не, мимика убил этого. Окей. Хорош, да, так-то? А! Тварь, иди сюда. А, нахрен тебя. Хорош. Но я до сих пор думаю, что я как дебил выглядел. Так, и что дальше? Я грохнул этого засранца. Может, и здесь разбить стекло можно? О, неплохо. Да, весьма неплохо. Тут все можно сделать. Алекс. Да. Симмонс. Что происходит? Что происходит реально? Я вообще ни хрена не понимаю. Как там Морган? Он жив. А, это я, да, я слышал. Я иду. А, здесь можно разбить стекло? О, хорош. Уберите! Не, чё? А чё они, за... чё они делают эти? Они высасывают человека или чё? Хрена, они размножаются таким способом? Охренеть! Че за мимики, твою мать? Какое-то время. Чуть-чуть, вот я понял, что это мимики, да? Ну, что их называют, а почему их так называют?
Сука, мне это интересно. Опа. Что это, играть по-своему, экспериментируйте, пытайтесь справиться с трудностями врагами. По-разному, да? Угу. Окей. Хорошо. Что такое? Кто-то есть, что ли? Я как понял, эта игра вот точь-точь, прям как жопа ее чую, повторяет игрульку под названием Deus Ex Ne Halv... Ох, нихрена. Что ты такое, мать твою? Ну пиздану я тебе. Однако. Это был фантом. Ох ты ж. Нихрена себе. Понял. Фантом. Я у него и рекламу брал просто. Чего? Нападение засады наносит 150 урона. А чё на меня-то так орать? Я же испугался, блин. Аптечка. Баллон для гиз-пушки. Гиз-пушка. Хорош. Я пушку подобрал. Ха-ха-ха. Ой, что-то странное. Пушка, если честно. Так. Гелевая иммобилия. Дронс выводит из строя, обездвиживает цель, не причиняя им вреда. А мне надо причинять им вред. Они сдохнуть должны. Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Да твою там мать. Ух, ни хрена. Опа, опа. Важный. Хорош. Сука. Сейчас, секунду, и дружище. Я не... Да понял я, дружище, понял, понял. Сейчас, подожди. Секундочку, у меня тут пиздец творится. 8 хп, 8 хп, как хилится, твою мать. Так, вот ты, да? Ты, жмись, сука, я сдох. Твою мать, что, серьезно, что ли? А, нормально, я зашел просто. Просто зашел по топу. Ладно, допустим, сколько у нас там уже? У нас, у меня какого-то хера камера сама по себе фотает. Ох, ни хрена себе. Да я понял, это ж нифига оно так-то далеко. Я помогу вам выжить. Какое-то чё, какого фига оно так далеко-то? Окей, ладно, бог с ним. Опа. Допустим. Давай, открывай. Красава. Фантом, иди сюда. Иди сюда, я тебя грохну, мать твою. Чё это? На, сука. Ха, успел долбануть, хорош. Так, смогу я? Нет пропуска за АБС. А, чё мне делать? Чё мне делать? Чё мне тут делать? О, мимик этот. Так, подбираем бласта-пушку эту. Все подбираем. И все. А как? А чё ей? Чё понт тут от нее? Блин. Так, хорош, хорош, хорош. Нормально. Так, хоп, сейчас, подожди, дружище. Без новых способностей вы твою не мать. Это, блядь, это реально похоже, знаете, на эту игрулечку как раз таки. На Бенди. На Бенди, короче, похоже, народ. Вообще, реально тебе говорю. Ой, я устал, твою мать. Вы серьезно ранены? Алло, стой. Подожди, так, аптечка. Интер. Нет, стоп, что делать? Вот, хорош. Натя, сука. На. Получи, тварь. Ха-ха-ха. Нормально. Мы их почти разнесли. Опа, опа. О, жиськи, жиськи, жиськи. Осторожно, оп. Ба-б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 а
оживился. Надеюсь, не оживешь, засранец. Нейромод хороший, что там он дает мне? Ты смотри. Так они, получается, что не живут? Это, знаешь, это больше похоже на игру Бенди, наверное, даже я бы сказал. Бенди Инк Машин просто. Так, нажав N. А, ну давай, посмотрим. Так, и что там? Терапевт. Нейромода. Хакер, подруга, зайти. Так, хорошо, охранник. Ну-ка, что это? Адаптация. Повышается. Выносливость до 105. Нормально. Так, ремонт. Утилизатор, вышедший из строя. На кое-то мне. Так, ну это херня все. Это все херня. Хакера можно. Я вот что-то подумал, хакера нормально было бы. Давай хакера. И чё? Ух, ни хрена себе.
И что, это в глаз надо? А-а-а, сука, ни хрена ему в глаз надо было воткнуть эту хрень. Да я бы ни в жизнь не выжил. Сделал бы эту хрень, если бы надо было даже. Очуметь. Мы всегда умели импровизировать. Спасибо. Вы бы уже погибли. Да как мне хер делать? Отправляйтесь в главный холл. Ох ты ж, мать твою. Мимик херов. Мамикс, блядь. Хе-хе, сука, мамикс. Главный холл, да, говоришь? Ну, давай поищем главный холл. А где он? Это? Колесо избранных функций. Чего? Колесико мыши. О, да это насрать, если честно, мне. Так, ладненько, народ. Время уже... Ох, а чё у меня камера так расфокусировалась? Время уже достаточно прошло. Мы как раз, по-моему, прошли первую, так сказать, главу. И весьма быстро. Для этой игрулечки, я надеюсь. Так что мы сейчас вот досмотрим вот этот момент, который будет у нас, и будем заканчивать, короче. Ну, игра топовая вообще, мне понравилась. Она странная, конечно, она выглядит такая, как Half-Life 3, я бы сказал, наверное. Но выглядит прикольно, кстати. И что-нибудь, знаешь, такое типа Half-Life 3, Deus Ex и Bending Machine. Вот три игры, совмещенные вместе. А чё ты опять долго так грузишься? Ё-моё, давай быстрее. Ох, красиво. А, ну вот, смотреть даже нечего. Так что, народ, если вам понравился этот ролик, подписывайся на канал, подписывайся в группу ВКонтакте, ставим лайки и не забываем делиться этим роликом с друзьями и комментировать его. С вами был JertQ, и это была игрулечка под названием Prey 2017 года, если не ошибаюсь, ничего. А, всё, народ, всем пока. Чекаю.